И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька. Я сегодня записываю новый ролик по нашему мега крутому нагибаторскому аккаунту, который называется у нас Вирус Про, это его никнейм. Ну а рубрика у нас называется До легенды на Джаггернауте. Новая серия. Попробуем сегодня понагибать в данном режиме на карте Соликамск. Не знаю, получится у меня набить соточку или нет. В прошлом ролике у меня это очень-таки грациозно получилось. Ну, а если, ребят, не получится, то сделаем конкретный такой жесткий, нагибаторский, аппетитный тест комплекта молот Тора. Поэтому как-то так. Если вы, ребятки, первый раз смотрите ролик по данной рубрике, то я вам могу сказать, что данная рубрика у нас записывается на аккаунте, которому уже очень-таки продолжительное время, я бы так сказал. И данный аккаунт имеет в своем вооружении комплект молот Тора. В принципе, больше ничего я пока на него не покупал. В дальнейшем мы будем покупать еще какие-то комплекты, либо же прокачивать этот. Пока я еще, честно говоря, ребят, не определился, что мы будем здесь делать. Но, безусловно, будет выходить периодически ролики по данному аккаунтику. Будем стараться нагибать именно в данном режиме и стараться как можно быстрее поднимать звонку вверх. Сейчас меня очень опасно могут слить, но я успеваю прожимать овердрайв. Повезло, повезло. Сейчас мне повезло, безусловно. Где-то там что-то целит. И давайте сведемся сейчас вот по этому игроку. И хорошо, хорошо, хороший урон залетает. Давайте еще, 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 еще выстрел. Еще выстрел. Хорошо. Ну, начинают меня уже прижимать. Это, безусловно, меня не может радовать. 23 кило уже набиваю. В предыдущем ролике, ребята, я как раз-таки набил 100 килов. Но там звания были, конечно, в битве намного меньше, чем здесь. Здесь у нас уже и воронты есть, есть еще и больше звания. Поэтому попробуем нагнуть данную катку. Не знаю, получится у меня это сегодня или нет. Но я буду надеяться, что данное сочетание, именно таки джаггернаут в данном режиме, сможет мне принести очередную сотку. Даже несмотря на такие большие звания, которые имеются в данной битве. Поэтому сейчас немножко побегаем, чтобы утихомирить данных игроков, которые все уже не норовят меня слить. Поэтому чуть-чуть откатимся. Сейчас еще пару киллов сделаем. Куда-нибудь вот сюда. Спустимся, переедем вот именно таки в эту зону. Фриз уже опасно едет. Но я думаю, что он не составит никакого мне сопротивления. 30 киллов уже набил. Довольно-таки быстро киллы у нас идут. Я бы не сказал, конечно, что данное количество является очень-очень-таки большим, но неплохой результат для данного времени. И едем обратно, делаем кружочек, потому что меня все уже хотят слить. Хотят слить ребята опасные, поэтому делаем следующий круг. Убегаем дальше. Мне надо, чтобы данные игроки немножко утихли, немного прекратили ездить так жестко за мной. Сейчас сведемся по Викажиге. Окей, хорошо. Фокус был сейчас. Давайте еще сольем кого-нибудь. Сольем, 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 сольем. Надо сливать приза. Да, хорошо. Жига уже едет на меня. Но мы побежим, побежим дальше. Побежим дальше. Овердрайв прожимаем. 48%. Так, нам там васпик лежит в минусе. Надо его забрать. Надо бы его забрать. Хорошо, даже даблкил делаем. Даблкил. Ой, отлетает у нас Вика Жига шикарно. Викинга Фриз. Вот это сейчас будет для меня уже большей проблемой. Но пока я справляюсь. 40 киллов по времени пока не успеваю. За соткой, если честно. Пока надо еще больше постараться, чтобы успевать до соточки. Прожимаем овердрайв. Минусуем игрока, который пытался меня слить. Не знаю, что там сзади сейчас происходит. Надеюсь, что там... Блин, уже есть один нагибатор. Это очень плохо. Может сыграть злую шутку со мной. Ну ладно. Ну ладно, пока еще более-менее. Пока еще более-менее. Давайте сольем эту воспожигу. И давайте переключимся тогда вот на данного игрока. Прожмем овердрайв. Блин. Сейчас очень опасно может быть, кстати говоря. Очень-очень-очень опасно может быть. У вас пожига еще одна. Чуть-чуть оттягиваемся. Все-таки жиги тоже опасные. Опасные пушки.
Ой-ой-ой-ой-ой, и меня все-таки нагибают. Ну ладно, ну ладно, попробуем сейчас забрать Джаггернаут обратно. 48 киллов я на нем набил. В данной катке, конечно, это сделать было намного тяжелее, чем если бы я играл с маленькими званиями, как в прошлой каточке, в прошлом ролике. Ну, ничего страшного, зато сейчас немного потестим комплектик, посмотрим, что он вообще из себя представляет. Было у меня 48 киллов, плюс... или 49, да, плюс... 3 уже килла я набил, неплохо. Попробуем без Джаггернаута понабивать киллы на данном вооружении без прокачек. Посмотрим, где сейчас Джаггернаут. Вот, вижу я Джаггернаута. Было бы неплохо бы его забрать, но его забирает уже другая жига. Другая опасная жига его уже забирает. Попробуем сейчас тут как-нибудь чуть-чуть сфокусить, но не получилось, не получилось. Посмотрим, что у нас, кстати, обстоят, как дела с модулями, с модулями. На данном аккаунте у нас 4 модуля. Неплохих, неплохих 4 модуля. Попробуем сейчас слить вот данного игрока. Постараться, постараться, надо, надо, надо постараться, надо постараться, надо постараться. Овердрайв он прожимает. У него есть еще шанс не слиться. Есть шанс. Ну и давайте, давайте, давайте. Ну, 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 ну. Ай-яй-яй-яй-яй, не получилось у меня его забрать. Очень плохо, очень плохо. Викафриз М1 забирает его. Не знаю, возможно, он даже при прокачке М2. Возможно, М2. Ну, сейчас посмотрим, что он вообще будет делать. Будет ли он пытаться как-то жестко тут нагибать, или же ничего у него особо не выйдет. Но пока мне все очень-таки нравится в данном комплекте. Пока я вижу в нем огромный плюс. 54 тысячи кристаллов позволяет мне прокачать данный комплектик почти до фул прокачек. То есть почти до М2 вооружения. Я думаю, что, в принципе, на ближайших скидочках можно было бы даже его и прокачать. Так как на рикошете и вообще на мультах у меня нигде нету комплекта данного, то это было бы очень-таки интересно, а не покупать какой-то опять фриз и играть именно на фризе, а и сыграть вот именно на таком комплекте, я думаю, было бы очень-таки интересно. 60 киллов я уже набиваю, 3 минуты, 2,5 даже у нас минуты остается до конца боя, постараемся сейчас... еще больше понагибать, еще больше позабирать. Попробуем, конечно, забрать сейчас Джаггернаута. Только надо Викажигу слить. Да, Викажигу я сливаю, неплохо. 2,5 минуты у меня есть на снятие Джаггернаута. И пойдем, пойдем, попытаемся его забрать. Он уже бегает вовсю. Пытается уже что-то там прожимать. Овердайв у меня, кстати, имеется. Поэтому попробовать его слить точно можно. Вот если бы только, конечно, вот такие жиги бы опасные, ничего бы не делали и не мешали бы мне, то был бы хороший шанс его слить. Давайте, давайте, пытаемся, пытаемся как раз-таки... Ой, хорошо, хорошо, забираем Джаггернаут. Очень, очень-таки круто. Я думаю, в данный момент надо сразу прожимать лайкос на ролик, все-таки забрать Джаггернаута у звания Warrant Officer 1. При том звании, которое имею я сейчас, это всего лишь мастер-сержант. Это довольно-таки круто. И игрок, конечно же, играл тоже на хорошем вооружении. У него Викафриз М1. Я думаю, что даже он в фулл прокачке, так как слить его никто не мог. И поэтому, конечно же, круто. Напишите, ребят, обязательно в комментарии, как вы играете на Джаггернауте. Больше стреляете одиночными выстрелами или же постоянно вот так вот, как я сейчас, например, сведусь. Или же вот так вот вы всегда, ребят, сводитесь. Отпишите, пожалуйста, мне очень интересен данный момент. Я вот, например, очень часто стреляю одиночными рельсами, безусловно. Есть моменты, когда лучше сводиться, но на определенно таких небольших званиях сводиться почти никогда не приходится. Да, бывают моменты, когда есть танки вот типа такого Титана Смоки, ну и то она была на 0 хп, и тогда приходится сводиться. 100 киллов мы, конечно, в данной катке не успеем набить, но постараемся набить хотя бы... 85, давайте, давайте постараемся за 30 секунд все-таки данную цифру реально набить. Еще сколько нам? 4 килла надо, 4 килла, при том, что игроков рядом с собой я не вижу, это очень-таки плохо. Дабл килл, красиво, хотя там даже в микрон я не должен был попадать, но получилось, повезло. Еще один килл, 86, даже 15 секунд у нас до конца, еще килл. Еще один, может быть, даже сделаю. Да-да-да, должен забирать вот этот. И давайте еще один, может, до 90 успею? Нет? Не успею, наверное. Нет, не успею.
88 киллов набил на Джиггернауте. Неплохой результат. 600 кристаллов без премиума аккаунта и без абонемента новичка я получаю. Тоже хорошая прибыль. Ну, а если вам понравился данный ролик, то обязательно, ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Подписывайтесь также, ребят, на группу ВК. В ней сейчас проходит масштабный конкурс, ссылочку на который я оставлю в описании. Обязательно переходите, выполняйте условия, и, возможно, именно вам повезет. Ну, а на этом данный ролик мы будем заканчивать. Всем спасибо, ребятки, за просмотр. Всем удачки и всем пока.